Таран-таран, с вами Риран, смотрим видео про таланты кей-поп айдолов. Это не первое, конечно же, видео на канале, даже не второе, даже, мне кажется, не пятое. Но каждый раз, когда мы смотрим, мы продолжаем удивляться. Мне кажется, это будет видео не исключение, потому что оно вышло не так давно на 7-канале, где мы смотрим всякие разные с вами видосики, и уже столько просмотров набрало, поэтому, мне кажется, там должно быть что-то просто сногсшибательное. Ссылочку на оригинал я, как обычно, оставлю в описании. Поехали! 되냐면, а что где субтитры мне? Русские. Yeah. Ладно, yeah. Мы будем смотреть. Ну то, что она на шпагатик садится, окей, да, но это так прикольно. О! Красавчик. Обожаю, обожаю, обожаю. Еще такие охи при вздохе на фоне. Я говорила, что в этом выпуске это из Айленда, там подписано. Мне особо понравился Сунхун, потому что он как-то так непринужденно катался. Так, это у нас девочки S. Погляньте, у нас тут всякие новые штуки. У. А, вот она вот это из тех людей, которые каучуковые супер гибкие. Срампулька. О, Каягым. Звучит супер красиво. И я понимаю, что это не просто врожденный, да, талант, это еще и сколько времени тренировок и обучения. Это девочки Ичи. Это Рюджин их всех на себе тянет. Офигеть! В моем случае это было бы минус коленки, минус поясница. И руки, наверное, тоже минус. Да и, наверное, вся я. Ух ты, блин! Шиндончик. А, она тяжелая, блин. Стул! Офигеть! Офигеть! Я думала, лянцы затекают на ту сторону. Обалдеть! Обалдеть, как она это делает! Слушайте, я просто в шоке! Это нереально выглядит! Офигеть! Она еще и все равно гульки показывает. Офигеть. Ну это красиво, конечно. Ребята, которые там сидят, оценили. Посмотрите, она прям как со струнка натянута. Это из Produce 101. Да-да-да, я помню. Правда, я уже совсем не помню этих ребят. Очень красиво выглядит. Прям он как будто на одном месте. Побежал, побежал, побежал. Что за стриптиз? А, это опять у нас Эспа. А, ручку она крутила. Маркер. Это у нас Трежа. Прикольно. Да, нам показывали, как Йоши битбоксил. А, это, мне кажется, мы с вами уже видели. Это, ну, и мы, мне кажется, даже с вами обсуждали, что это очень вредно для пальцев вот так ходить. Это Аю, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, там подписано вверху Аю. Ну, я видела, я как бы, ну, инстаграмы частенько там бываю, особенно для своих видосиков. И я видела всякие вот эти фишечки, где она йогой занимается. А, да, да-да-да, это уже раньше было в реакции. И у Субина, кстати, тоже из TXT тянется вот так вот кожа. И у этого лапки, это очень, очень необычно. Такая эластичная кожа. Интересно, он с такой кожей, наверное, дольше сохранит молодость, потому что у него будет меньше признаков взросления, скажем так. Что она делает? А-а-а! Прикол! Еще так быстро. Кто тоже повторялся.
слушайте, вот это да! Это в сочетании с ханбоками, в которые они одеты. Это так выглядит, блин. Так там еще и ховахуп, или как он там называется, этот образ? Такой, Айрин из Red Velvet у нас шлепся. Камеру? Сломала. Офигеть! Класс! Крутой талант! Я тоже все так хочу! Ну, не сверх, конечно, что-то есть сверхъестественно, но еще и с этой музычкой очень круто абсолютно. Это у нас Стэн, если я не ошибаюсь. Да. Типа так и было задумано, да-да-да. Опять у нас ТСП. Много девочек. Сейчас будут руку прокручивать. Ого. Но были у нас подобные девочки, но меня до сих пор это удивляет. Как? Тоже топ-топ. И пошел. Мне кажется, ему все равно, на руках ходить или на ногах. Он и так, ему нормально. Лошадки. Ух ты. Я тоже катался на лошадках. В детстве. Я про конный спорт. Там что-то упало. Я спрятался. Оню. Закрутил, завертел. Вы видели мордаху Минхошки там на фоне? Красавчики. Ну блин, я такое могу бесконечно смотреть. А, ну это язык такой. Но я бы не сказала, что это прям талант-талант, это просто, ну типа, ну не знаю, мы когда в детстве так делали, болтали. О, Машихо, красавчик. Машихо. О, мостик. Я к чему? К тому, что ты раз попробуешь 2, 3, 5, легко научиться так болтать, как она щелкала языком. Перевернулась. Как вот они себе не разбивают руки. Сейчас языком достанет. Ага. Ну, у меня мама так делала. Я так не могу. Но она вообще такая, посмотрите, со всех сторон. И ушами двигает. Вот мне кажется, это мы с вами видели, да, этот момент? Это, кстати, очень вредно. Да, мы вот этот с вами видели кусочек. Это очень вредно. У меня у подруги тоже, у нее повышенная тягучесть, тоже вот эти пальцы, руки и все остальное. И проблема теперь со здоровьем из-за этого. Из-за того, что то ли мышцы недостаточно фиксируют что-то, то ли еще, не помню, она мне объясняла. Проблема, короче. Теперь. Прям бузочка. Еще такая массаж для лица. Боулинг. Ух ты, блин, она его так закрутила лихо. Уги ее звать или Уки. Наверное, понравился мне там, где девчонка копировала мордашки с фотомемов, с животных. Это было очень смешно. Хоть это, наверное, не самое сложное из того, что нам показывали, но не знаю, короче, прям. А, наверное, Дахён, которая из Twice, которая вот так вот переворачивалась и с ранхульки показывала. Вот это вообще прям взорвало мой мозг. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из моментов из этого видео вас впечатлил больше всего. А на этом пока что все. Таран-таран, с вами была Ариран. Люблю вас, целую.